Компания «Зауральские напитки» продолжает радовать горожан. Каждый год в день города предприятие организует праздничную площадку и всячески развлекает жителей Кургана. Сегодня наша праздничная площадка поздравляет горожан с днем города. Любимый город динамично развивается, 340 лет ему сегодня исполнилось. Идет ремонт дорог, домов, скверов, мостов. Я думаю, что все это предполагает хорошее настроение для всех наших горожан. И в этой ситуации наш Курганский завод помогает улучшить настроение. Праздничная программа началась с детского представления. В течение нескольких часов для всех курганских детей и их родителей выступали артисты. Дети играли, смеялись, танцевали и получали памятные подарки от компании «Зауральские напитки». Ну а вечером у площадки собрались взрослые. Для них было организовано выступление кавер-групп и артистов, как местных, так и приглашенных из других городов. Атмосфера просто невероятная. Впрочем, как всегда, который год я работаю с компанией «Зауральские напитки» на этой площадке, на этой сцене. И, как всегда, уютно, весело, смешно. Мы сегодня смеемся весь вечер. И, как всегда, вот просто как пришел в гости к доброму другу. Люди веселые, классные, поздравляют друг друга с праздником, улыбаются друг другу. Праздник ощущается на самом деле. Я думаю, что «Зауральские напитки» сегодня, ну, прям молодцы, они в точку попадают.